Страдающим от повышенного давления предлагают отказаться от таблеток и уколов. Для того, чтобы нормализовать состояние гипертоников, достаточно всего пары импульсов тока. Сегодня специалисты из Германии показали уральским коллегам уникальную технологию. Ренальная денервация – это, по сути, прижигание нерва почечной артерии, чтобы убрать спазмы. После процедуры артерия приходит в нормальное состояние, и, соответственно, давление у пациента приходит в норму. Уральские специалисты с задачей справились просто блестяще. Операция малотравматичная. Вместо разреза прокол всего 2 мм. По нему специальный катетер проходит в почечную артерию. Импульсами тока от 4 до 8 вольт буквально прижигают нервные окончания. Они-то и мешают вене полноценно функционировать. Подобных операций в мире произведено меньше 50, а в первую областную больницу в качестве эксперимента привезли пока только 10 индивидуальных комплектов для таких процедур. После операции врачи будут наблюдать пациента полгода. Именно столько должно пройти времени для нормализации состояния сосудов. Первая пациентка в надежде избавиться от повышенного давления приехала из Тавды. После полуторачасовой процедуры Валентина Салтыкова говорит, что эффект почувствовала сразу. Надо на себя. Давление сразу снизилось. Вот у меня сейчас в настоящее время уже 180 как-то. Ощущение безболезненно практически. Или все время принимать таблетки, или сделают меня здоровой. Почему нет? А на таблетках как? Совсем почки зашлакуем. Печень посадим.